Всем привет! Вы на канале «Доктор. Что это?». Заранее прошу прощения за мой голос, я немножко приболел, мне самому доктор не помешал. Но у нас новостной выпуск, поэтому времени ждет. Погнали! Пренатальная диагностика спасет глаза во младенчестве. Онкологические заболевания, к сожалению, обладают великим многообразием. Диагностика их бывает затруднена или вовсе невозможна на начальных стадиях. Тем не менее, ученые со всего мира постоянно работают над усовершенствованием диагностических методов. Однако, их усилия будут совершенно бесполезны, если общество продолжит игнорировать новейшие достижения науки. Особенно это касается России. У нас ведь даже пословица есть: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Часть современных отечественных Homo sapiens недалеко ушла от своих предшественников, как описывал их Борис Акунин. Сказывали, рак в нем какой-то завелся и клешнями своими всю внутреннюю ему разодрал. Тому подтверждение недавно скандал в одном из московских районов. Там около 40 жителей подъезда потребовали выселить маму с онкобольными детьми из арендованной квартиры. По мнению собственников жилья, эти люди были заразны, и их нужно было изолировать от общества. Но вселили в наш жилой дом, в жилой подъезд, в жилую квартиру онкобольных с раком крови, лимфоузлов. Вот. И никого не спросив. Тем временем в Великобритании Национальная служба здравоохранения начинает проводить новую пренатальную диагностику. Тест на выявление ретинобластомы позволит как можно раньше начать лечение младенцев и сохранить им зрение и жизнь. Это достаточно редкое заболевание, которое чаще всего встречается у детей до 3 лет. Оно поражает сетчатку одного или сразу обоих глаз. Симптомы практически отсутствуют, а диагноз ставится тогда, когда опухоль уже прогрессирует и глаз не спасти. Новый неинвазивный тест позволит выявить генные сбои уже на ранних сроках беременности. У матери берется кровь на анализ перед самыми родами. В результате тестирования можно с точностью до 100% предсказать вероятность развития ретинопластомы у ребенка. Лечение же начинается сразу, как только он родится. Выявление патологии на ранних этапах важно, и об этом постоянно говорят и врачи в России. Методов выявления различных видов онкозаболеваний существует предостаточное количество. Однако русский авось по-прежнему силен. И до сих пор множество людей обращаются за медицинской помощью только тогда, когда уже слишком поздно. Ну вы огорошили. Пас. Диспансеризация – нужная штука. Это здесь? Угу. Тогда режьте. Мы могли бы... Могли бы вырезать. Что это значит? Это значит, что у тебя опухоль. И очень большая. Она давит на мозг, а это не к добру, сынок. Слишком поздно. Между тем, к услугам будущих мам у нас давно существуют неинвазивные биохимические скрининги. Точность этих методов достигает 99,9%, а для исследования берется кровь беременной. Ведь приблизительно с 10 недели беременности в крови матери начинает циркулировать ДНК ребенка. Таким образом, можно заранее узнать о его генетическом здоровье. Список выявляемых патологий достаточно велик. Это различные синдромы Дауна, Эдвардса и Патау, Тернера, Якобса и другие. А также тяжелые заболевания, среди которых муковисцидоз, нейросенсорная тугоухость, галактоземия, гемохроматоз и фенилкетонурия. Кстати, фенилкетонурия – это довольно редкое наследственное заболевание, которое характеризуется нарушением аминокислотного обмена. Больные ФКУ дети не могут принимать обычную пищу. Им нужно особое и очень дорогостоящее питание. Что это за диагноз, откуда берется это заболевание, как с ним жить и можно ли себя обезопасить заранее? Об этом мы сняли целый фильм. Ссылка в описании. Найдено лекарство от колоректального рака? Слово «колоректальный», а тем паче «колоноскопия» у множества людей, кто в теме, вызывает смущенную улыбку. Так уж повелось у людей. Про пятую точку всегда смешно и немного стыдно. Она – источник неистощимого юмора для всех, от воспитанников детских садов до глубоких пенсионеров. Между тем, самим врачам не до шуток. Колоректальный рак входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний в США и Великобритании.
Ежегодно от него умирает 53 тысячи и 17 тысяч человек соответственно. Эти цифры были бы еще больше, если бы в 1966 году не изобрели прототип нынешнего колоноскопа. Тогда усилиями американских и японских специалистов на свет появился первый инструмент, который позволял исследовать толстую кишку и брать материал для цитологии и гистологии. В следующем, 1967 году, колоноскопы начали выпускаться серийно. Современная колоноскопия позволяет исследовать толстый кишечник по всей длине, а это около 120-150 см, тогда как первые жесткие аппараты могли дать картинку только 30 см длины кишечника. А вот в июне 2022 года, то бишь вот сейчас, американские онкологи осторожно заговорили о лекарстве от колоректального рака. В онкоцентре мемориала Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке провели небольшое клиническое исследование на 18 пациентах. Год назад на свой страх и риск у больных раком прямой кишки врачи решились применить препарат, которым ранее лечили рак эндометрии. После окончания эксперимента у всех без исключения участников исчезли признаки опухоли. Препарат этот называется Dostarlimab и представляет собой моноклональные антитела. Они присоединяются к белку на поверхности раковых клеток и помогают иммунной системе обнаруживать эти клетки и уничтожать их. Правда, лекарство изначально предназначалось только для пациентов, имеющих опухоли с определенной генетической мутацией. Тем не менее, результат исследований, по мнению онкологов, более чем впечатляющий. В ближайшее время специалисты онкоцентра намерены провести более масштабные испытания препарата. Необходимо убедиться в неслучайности полученных результатов и подтвердить способность Dostarlimab'а к полному излечению. Кроме того, параллельно будет набрана группа пациентов с раком желудка, простаты и поджелудочной железы. Пациенты в ее составе примут участие в клинических исследованиях способности препарата побеждать эти виды заболеваний. Однако давайте вернемся к тому, с чего начали. Чтобы не доводить дело до тяжелого и продолжительного лечения, проще и надежнее пройти скрининг кишечника, то есть ту самую колоноскопию. Принято считать, что эта процедура очень болезненна, грязна и даже постыдна. А еще пациента при манипуляции ставят в самую уязвимую позицию – колено-локтевую. И вообще, если живот не болит, незачем куда-то в принципе обращаться. Но все не так от слова «совсем». Во-первых, врачи-эндоскописты готовы к любым проявлениям физиологии и не случайно выбрали эту специальность. Во-вторых, неприятные ощущения как таковые могут проявляться у людей с низким болевым порогом. Но для них предусмотрены седативные средства и даже, в некоторых случаях, наркоз. Правда, это касается только крупных городов. В маленьких все может быть, к сожалению, иначе. В-третьих, при колоноскопии пациент спокойно лежит на боку, а вовсе не стоит в неприличной позе. Перехожу к сигмовидной кишке. Несколько отдельных дивертикулов. Двигаюсь к селезеночному изгибу. Вроде бы чистый. Середина поперечной кишки. Подождите. Похоже, здесь нитевидный полип. Вероятно, около 2 сантиметра. Надо будет провести биопсию. Наконец, в-четвертых, колоноскопия – это часть так называемого золотого стандарта обследования людей после 45 лет. Но недавнее исследование Гарвардской школы медицины показало, что более раннее назначение колоректального скрининга значительно снижает риск развития рака. Так, процедура, выполненная до 45 лет, показала снижение его вероятности на 63% по сравнению с пациентами, которые не обследовались. Простой анализ крови поможет выявить рак яичников. Врачи-исследователи университетов в Манчестере и Бирмингеме пришли к выводу, что в борьбе с распространенным раком яичников поможет обычный анализ крови. При этом его может назначить обычный терапевт. И особенно важно это для пациенток младше 50 лет. В исследовании на протяжении года принимали участие 1229 пациенток. Обычно с подозрением на рак яичников отправляют на анализ количества белка SI-125. Однако его повышенное содержание может быть признаком и совершенно других процессов в организме, включая менструацию и беременность. В ходе же нынешнего исследования было изучено влияние другого белка HE4 в крови участниц на точность диагностики. Выяснилось, что в сочетании с традиционной оценкой уровня белка
SA-125, такой анализ гораздо точнее определяет рак яичников. Особенно это касается пациенток в возрасте до 50 лет. А чем быстрее и точнее будет установлен диагноз, тем выше шансы обойтись без малоприятных инвазивных процедур и вмешательств. Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны. Как? Неужели, профессор, обезьяны? Да. Этот вид рака – шестой по счету среди самых распространенных видов онкозаболеваний у женщин в Великобритании. Каждый год там регистрируется около 7500 новых случаев. Каждый пятый диагноз ставят пациенткам моложе 50 лет. В России ежегодная заболеваемость раком яичников – около 15 тысяч случаев. Ему принадлежит третье место среди всех злокачественных опухолей женских половых органов. Первое и второе занимают новообразование эндометрия и шейки матки. Причин рака яичников может быть несколько. Среди них наследственность, эндометриоз и ожирение. Симптомы заболевания могут быть неочевидными. Это и боль в желудке при распространенном процессе, и вздутие живота, и потеря аппетита, и частые позывы к мочеиспусканию. А могут быть совсем неочевидными. К ним относятся, в частности, запоры, боли в пояснице и в области таза, нерегулярные менструации. В любом случае, если такие симптомы не проходят в течение 2 недель, нужно обратиться к врачу. Друзья, у нас хорошие новости. Команда канала «Доктор. Что это?» совместно с ведущими экспертами, врачами-специалистами и пациентами начинает выпускать фильмы о различных заболеваниях. В каждом выпуске мы стараемся дать исчерпывающую информацию о болезни и ее лечении со всех точек зрения. Уже готова программа о фенилкетонурии. Это очень непростое генетическое заболевание. И о нем лучше знать, если вы планируете заводить детей. Следующие выпуски посвящены таким распространенным проблемам, как аллергия и заболевания, переносимые клещами. На очереди фильм о традиционной китайской медицине. Чем она отличается от классической? Кому показано или категорически противопоказано? Какие методы в ней применяются? Обо всем этом и многом другом уже скоро в нашем новом выпуске. Нам очень важно делать не только интересный, но и полезный и нужный контент. Поэтому просим вас писать комментарии и задавать возникающие у вас вопросы. Также подпишитесь все те, кто не подписался. Мы всегда благодарны нашим зрителям. Большое спасибо и до новых встреч!